В деревне Машково открылось предприятие по производству рекламных конструкций. Там изготавливаются логотипы для крупнейших гипермаркетов, а также известных мировых брендов. Наш корреспондент увидела все этапы создания наружной рекламы. Современный мир тяжело представить без рекламы. И в крупном мегаполисе, и в обычном городе нас повсюду окружают яркие и объемные вывески. Смотря на них, мало кто задумывается, где и как их производят. Вот уже на протяжении 20 лет в городском округе Люберцы работает компания, которая обеспечивает наружной интерьерной рекламой не только Москву и столичный регион, но и всю страну. Работаем мы на двух основных рынках. Это рынок производства наружной рекламы, интерьерной рекламы. И второй рынок, это второе направление наше, это производство ПОС-материалов, оформление мест продаж, нестандартное торговое оборудование. На днях в деревне Машково открылся новый производственный комплекс компании. Его площадь составила порядка 7,5 тысяч квадратных метров. Здесь работает более 100 человек, однако набор сотрудников пока не завершился. Предприятию требуются конструкторы-технологи, слесари-сборщики, а также сварщики. В день официального открытия с руководством и коллективом компании пообщался глава округа Владимир Ужицкий. Современное, хорошее предприятие. Я много бывал на разных предприятиях в Европе, много в Германии. Оно ничем не хуже, ничем не отличается от западных аналогов подобных предприятий. Здесь современные технологии, современное оборудование, хороший квалифицированный коллектив. На первом этаже производственного комплекса происходит первичная обработка, затем и покраска материалов. Пока они ничем не напоминают знакомые вывески на магазинах и полки для брендовых товаров. Распознать их можно уже на заключительных этапах работы. Вот эта маленькая деталь – часть логотипа одной из сети супермаркетов. Совсем скоро в столице откроется новый магазин. И именно она будет установлена на его фасаде. Стоит отметить, в компании занимаются не только производством, но и разработкой наружной рекламы. Здесь работает собственное дизайн-бюро. Если заказчик затрудняется придумать свой фирменный логотип, то в этом ему помогают настоящие профессионалы. Луиза Егиазарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.